Посевные работы в Алекминском Улусе продолжаются. Учитывая, что последние годы прогноз погоды стал сложным и дождливым, СХПК «Поиск» уже сегодня планирует завершить работы. Правда, придется ударно потрудиться. Сильный ветер и пока редкие капли дождя скорости не прибавляют. Подробнее в сюжете Елены Фаст. Поликарп Петрович Федулов – опытный тракторист, только в «Поиске» работает с 91-го. Знавал разную технику и на новеньком тракторе ведет полосу ровнехонько. Следом идет трактор Анатолия Николаевича Шумилова. По годам на пенсии, а по работе молодым даст фору. Посевные в «Поиске» завершаются. Высеяно 250 гектар, из которых 70 под пшеницей, 50 под овсом и 125 под ячменем. Работы начали 17 мая. По-хорошему бы и завершили, только погода с планами сельчан не особо считается. В этот год дожди все сроки корректируют по-своему. Ранее соблюдали двухпольный севооборот. В прошлом увеличили площадь до 300 гектар. Стали сеять по весновспашке. В этом году посев идет 97 гектаров по весновспашке. Поэтому мы дополнительно пахали, обрабатывали. Ну и из-за этого задержка стояла у нас 2 дня. Перебоев с техникой нет. В прошлом году Минсельхоз выделил ФТА-250-13. Еще и сами трактор прикупили. МТЗ. Так что работаем. А вот с кадрами проблема. Непопулярно у молодежи сельскохозяйственное направление. Молодежь как бы не хочет сейчас идти в сельское хозяйство работать. Да, считает непрестижную эту профессию. Ну, поэтому приходится. Ну, вот 2 у меня молодых есть, товарищ. Пока работает, ну, тоже попутно учим. Урожайность прогнозировать на 100% сложно, но в планах 15 центнеров с гектара. Прошлый год очень неплохой был, делится Алексей Петрович. Отлично показал себя овес Покровский, суперэлита. Приобретали 4 тонны. Так у него 36 центнеров с гектара получилось. Вот с этого поля 25 гектаров, у него урожайность вышла в 36 центнеров с гектара. Это достаточно хорошая урожайность. Даже, ну, не то что в среднем по Якутии, да, но и по России. В принципе, можно сказать, что это, ну, как бы хорошая урожайность. Трактора ровной линией уходят за горизонт. Пока погода окончательно не испортилась, надо бы завершить посевные сегодня. Так закончил нашу беседу Алексей Самсонов. Елена Фаст, НВК Саха, Алекминск.